Здравствуйте, в эфире телеканала Десна ТВ, новостной выпуск «День за днем». В студии работает Олег Соловьев. Сегодня в выпуске. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Разрешается у нас деятельность салонов красоты, торговые объекты до 400 квадратов. Очередное заседание депутатских комиссий. Это решение проводится на общем собрании дома. Есть у нас положение проведения общих собраний, где принимается, что проводить, какие мероприятия на клубы, что сажать и так далее. 24 июня в России был проведен парад Победы. Знаменательное событие было перенесено с 9 мая из-за эпидемиологической ситуации и проведено в 28 городах-героях нашей страны. В Смоленске парад прошел на площади Ленина. Его принимал губернатор области Алексей Островский. Зрителям удалось увидеть шествие военнослужащих и прохождение военной техники. Завершает парад праздничный салют в 11 вечера на стадионе «Спартак». Кстати, первый парад Победы прошел 75 лет назад, также 24 июня. Его провели на Красной площади в Москве. Плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям прошло 23 июня в здании администрации. На этот день заболевших COVID-19, по данным регионального Роспотребнадзора, 4293 человека в области, а в Десногорске 136 случаев заболевания. Сохраняется высокая нагрузка на участковые службы, поскольку есть и подтвержденные формы ковида, есть и неподтвержденные формы ОРВИ, которые как бы, мы тоже расцениваем как ковидные. Несмотря на понижающуюся динамику заболеваемости по области, около 40 человек ежесуточно против 140 несколькими днями ранее, в регионе продлен особый режим. Но смягчение действующих мер началось с 19 июня. Разрешается у нас деятельность салонов красоты, торговые объекты до 400 квадратов, чтобы был отдельный вход. Но опять же все с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. С 18 июня в Десногорске заработали отмененные ранее автобусные маршруты. Глава Десногорска Андрей Шубин попросил уделить особое внимание соблюдению санитарных норм в городском транспорте. Хорошо проведем на следующей неделе выездные проверки, как это осуществляется. Напомним, прочие эпид-ограничения действуют как минимум до 6 июля включительно. Депутатские комиссии провели заседание 16 июня. Народные избранники рассмотрели ряд вопросов, среди которых назначение даты отчета главы Десногорска Андрея Шубина о результатах своей деятельности. Выступление главы предложено назначить на 9 июля. Также было рассмотрено обращение жительницы Десногорска по вопросу благоустройства придомовой территории. Есть вопросы, не знаю, чьей компетенции. Ну, если вы читаете, то просто читайте до конца. А теперь самый главный вопрос. А вы закон читали? Какой? Что там написано? Что именно у вас интересует? Споры вызвала цветочная клумба у многоквартирного дома в третьем микрорайоне, которую высадила одна из его жительниц. Она же и просила депутатов разобраться в том, имеет ли на то право. Как выяснилось, подобные решения принимаются с учетом мнения всех жильцов конкретного дома. Это решение проводится на общем собрании дома. Есть у нас положение проведения общих собраний, где принимается, что проводить, какие мероприятия на клубы, что сажать и так далее. Даты публичных слушаний об исполнении бюджета Десногорска за 2019 год предложено назначить 3 июля. О месте и времени проведения будет сообщено позже. Это зависит от эпидемиологической ситуации на тот момент. В конце выпуска о погоде. 25 июня в Десногорске переменная облачность. Днем плюс 25, ночью плюс 15. Оставайтесь в компании Десна ТВ. Всего доброго.